В минувший понедельник состоялось традиционное планерное совещание под председательством главы района Заура Хамирзова. Началось совещание с вручения почетной грамоты и ценного подарка Нуре Тлюповой, чье добросовестное отношение к своим обязанностям заслуживает всяческих похвал. Благодаря ее ежедневному кропотливому труду райцентр и в особенности места отдыха людей выглядят ухоженно. После награждения участники совещания приступили к рассмотрению повестки дня. В частности, были заслушаны отчеты о проделанной работе по налогам и сборам, достижению социально-экономических показателей, обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучению специалистов в рамках программы комплексного развития сельских территорий, о ходе уборочной кампании и послеуборочных мероприятиях, борьбе с сорной растительностью, доложил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. У нас полностью уборка завершена в Шабском районе. На площади 18 тысяч гектаров, в том числе озимого рапса 1295, озимого ячменя 1546 и озимой пшеницы 15094 гектара. Значит, озимый рапс убран на площади 1295, средняя урожайность составила 25,6. Озимый ячмень 1546 гектаров убрана, средняя урожайность составила 50,8 центнеров. Озимая пшеница, убранная на почте 15094 гектара, средний урожай составил у нас 54,2 центнера с гектара. Средняя урожайность у нас по району, по озимым колосовым культурам составила 54,1 центнера с гектара. В завершение глава муниципалитета поручил активизировать работу по всем отраслям и пожелал успешной трудовой недели.